Красные родинки на теле. Что они в себе скрывают? Бывает, что на теле появляются красные родинки. И хочется знать, чем это вызвано, и насколько это опасно или нет. Практически каждый из нас на разном жизненном этапе замечал у себя на теле появившиеся красные точки, похожие на родинки. Обычно они невелики, имеют багровый окрас, иногда чуть светлее. Чаще всего они появляются в области шеи, на груди и спине. Почему это происходит? И не несет ли это в себе опасности? Эти маленькие красные родинки обычно не доставляют дискомфорт. Они не болят и не чешутся. А вот выглядят совсем неэстетично. Научное название красных пятнышек – красный невус или ангиома. Они обычно появляются у людей со светлой кожей или в среднем возрасте. Не стоит пугаться, они не представляют опасности для здоровья. Но при условии, если они появляются нечасто и не в большом количестве. Иначе это серьезный повод обратиться к врачу. Так может выглядеть сигнал о каких-то изменениях в организме. Эксперты в этой области связывают появление красных родинок с проблемами в печени, с ее не совсем корректной работой. А еще ангиома может появиться из-за неправильного питания, когда в кишечнике и печени скапливается много токсинов. К причинам появления красных родинок также относится аномальный рост кровеносных сосудов. Обычно размер красных родинок колеблется в диапазоне от 1 до 4 мм. Они могут быть расположены в области подмышечных впадин, половых органов, пяток, груди, спины, рук, ног. Красные пятнышки на лице, кистях рук и других открытых участках тела могут появиться из-за чрезмерного пребывания на солнце. Поэтому стоит быть предельно осторожными и принимать солнечные ванны, только нанеся солнцезащитный крем. Но если новые родинки неровные, шершавые и в размере превышают 6 мм, это повод немедленно обратиться за консультацией к дерматологу. У светловолосых детей с очень светлой кожей также могут появиться такие красные точки на теле. Регулярно осматривайте своих детей, чтобы держать ситуацию под контролем. Бывает довольно часто, что появление таких родинок – это результат наследственности. К еще одной причине их появления на теле относятся незначительные гормональные изменения у женщин. Да и с возрастом они могут появиться без всяких видимых причин. При обнаружении на своем теле красной родинки главное – не паникуйте, так как ничего серьезного не случилось, и никакого лечения применять не нужно. Вам нужно будет сделать следующее. Если родинки появляются в большом количестве в области груди, обратитесь к врачу. Появление большого количества родинок может быть сигналом имеющихся проблем со здоровьем. Проверьте, какую форму имеют ваши родинки, симметричные или асимметричные они. Если у вас наблюдается второй вариант, обратитесь к врачу. Присмотритесь к их оттенку. Если они красного цвета, то проблем нет. Но если они постепенно темнеют и с каждым разом становятся все более и более темными, то следует показаться своему лечащему врачу. Эксперты говорят, что во избежание появления красных родинок на теле стоит систематически очищать кишечник и укреплять печень, пить не менее 2 литров воды в день, есть больше свежих овощей и пить натуральные соки.